Всех приветствую, меня зовут Данил, и мы с вами продолжаем играть в моторный бот. И сегодня прокатимся на Мазике 5516 самосвал. Просили меня в комментариях покататься, поэтому давайте сегодня поедем. Так, вот, ух ты, смотрите, новая разработка. Кразамас, ну-ка, это нужно запечатлить. Потому что не часто такое видишь. Хотя в онлайне, ребят, довольно часто такое можно увидеть. Какие новые разработки у нас сейчас появляются в мотор-депо. Блин, интересно, да? Я думаю, у многих такое было. Когда вы спавнитесь в машине, и с вами рядом или у вас еще одна машина, и, в принципе, получается. Такая интересная фишка. Блин, почему так темно? Я что-то вообще ничего не вижу. Подождите, народ, что так реально темно? Нахожусь я в онлайне. 27 человек. РППДД все работают 2001, ну, скорее всего, 2001 год. Раз 2001, опа, тут, видимо, кто-то залагал. Светомузыка у него такая получается, какая. Интересно. Помните, кстати, там лунтик светился, а сейчас он не светится. Это значит, что его убрали? Да? Скорее всего. Так, поедем в Москогазы. Я уже не помню, куда просили. То ли в Москогазы, то ли еще куда-то. Ну, поедем в Москогаз уже, ладно, я выбрал Москогаз это, значит, уже Москогаз. Так, переспавни машину. Кстати, да, наверное, единственное, что может помочь. Или перезайти, наверное, это будет прям единственное, что поможет ему. Давайте выйдем и смотрим наш замечательный Мазик. Вот кто просил, вот и наш Мазик. Вот такой вот. Грузимся потихоньку. Давайте все-таки сядем, потому что по кучам вроде бы уже бегал, поэтому будем на месте сидеть. Зачем нам надо? О, у нас же можно еще дальний свет включить. У нас эти фонари наверху загорелись, которые я подцеплял. Да, я, наверное, еще последний раз на этом мазе в 1.35 катал, поэтому почему бы и нет. Давайте еще проедемся. Так, сейчас, по идее, последний третий ковш он нам грузит, и мы спокойно с вами отчаливаем отсюда. Да? Я правильно понял? Да, ребята, я понял правильно, это был последний третий ковш. Все. Погнали, 8 километров. Ну, в общем, на строительство моста поедем, как обычно. У нас есть теперь строительство дороги, куда мы песок можем возить, и теперь еще строительство моста. Раньше можно было еще возить в Емшево, да, и Видоватого, по-моему. Было бы классно, если бы все эти маршруты сохранили, и было бы не 2, а 4 маршрута. Можно было выбирать, кататься. Не знаю, почему разработчик убрал, но было бы так интереснее. Так, никого нема? Никого. Нужно посмотреть вообще, кто где находится у нас по карте. Потому что как-то вначале пусто. Ну, по карте все разбросаны. Вот в Серпове само больше всех. А так все хаотично у нас где-то играют. У всех разные свои маршруты. Ну, в принципе, у нас тоже свой. У кого-то свой. И все, едем. Так, сколько там? Я характеристики МАЗа уже не помню. Я, по идее, что-то про него даже вам рассказывал, когда снимал его в прошлый раз. Ну, 90 километров у него максималка будет. Сейчас вы в этом убедитесь. В принципе, мы уже с вами едем 85. И плюс это сейчас горочка у нас будет. Да, 90 пойдет. Пойдет с 90. Ой, салон, конечно, гудит так у нас. Ближе к двигателю, как сказать. Поэтому так у нас и гудит. Все, никого по встречке у нас там нема, только хрен знает где. А комната уже, кстати, заполнилась. 32 человека, в принципе. Живая комнатка. Вот это, в принципе, нормально. Хотя время у нас 12 часов ночи. В игре конкретно. 12 часов сейчас. Вот так. Так, ну вот, 90 в принципе есть. Можете видеть. 90 мы все-таки с вами взяли. Ну, на этот масс он когда? Насколько я помню, он реально 90 и ехал.
вот что штурм скорости я единственное запомнил, как он ехал. Плеер, ты где? Да возьмешь по карте, посмотри, где он. Вот я. Интересный диалог. Да где, вот я. Кстати, да, так как метки не по, как бы ники не подписываются на картах, поэтому тяжело понять, кто где вообще находится. В таком случае, да. Ну, просто синие стрелки. Там уже сам решай, кто, где. Ну, в общем, все такое. Пять километров как-то ехать. Вроде бы и средний едем, вроде бы и быстро, но как-то расстояние до тех же Москвас, оно не особо большое было. В принципе, оно сейчас не особо такое большое какое-то. Сколько? А ну 90, ну 85, да не 90 даже можно сказать едем. Кто-то навстречу к нам сейчас появится, надеюсь, не так резко. И не в лоб, как это было на Зилке. А вот он залагал, а значит трактор поехал. Работает. Конечно, не самая лучшая работа, особенно если ехать куда-то далеко, но по городу долго. А тут так и вообще. О. Ну, может, ему это нравится. Пускай работает. Здорово. Всем Артемий написал. Приветствуем Артемия в комментариях. Так, это у нас Видоватого. Хорошо. Ричи, привет. Ого, тихо. Ни хрена себе на бензовозе поехал как. Видали? Чуть не снес меня нафиг. Я поражаюсь таким людям. Но он ехал, как я, на бензовозе еду, но тоже посреди дороги. То есть он легко может и попутку свою задеть, и встречку. Если встречка как-то не увернется резко. Вроде бы мы увернулись. Вроде бы хорошо. Что у нас там, закат или рассвет, непонятно. Такое малиновое какое-то или красное. Но я думаю, вернемся мы с вами, уже будет у нас день. Потому что сейчас это где-то ну, часа два, я смотрел, да, два или час, уже не помню. Ну, короче, ночь. Сейчас, я думаю, мы с вами уже приедем. В Мосгазах уже никого нет. Кто был в Мосгазах, уже поехал в Лаптары. Ой, тихо. Немного слетели мы с вами с дороги. А это не камильфо. Вот так вот слетать. Ты где? Кто? Постоянно кого-то теряют. Главное пишут. Ты где? Кто? Я здесь. Когда? Где ты, блин? Ну, прям интересно. Конечно, народ теряется. Так, мостик. Погнали с салона проедемся. Хоть тут и громко, но ладно. Я думаю, вы меня все равно более-менее слышите. У меня звук настроенный. Сейчас вот у нас 3 часа ночи будет, уже светло должно быть. Так, это мы сейчас будем проезжать Озерцово. Ну да. Ну, в принципе, да. Что еще сказать? Озерцово. Сено мы тут возили. Сено, в принципе, можно и сейчас повозить. Все, спокойно проехали Озерцово и едем дальше. Едем дальше. А, ну, в принципе, следующая Москва у нас. Наш пункт назначения. Да, 2 часа ночи. Видимо, пока я там говорил про 2 часа ночи, на самом деле был только час. И сейчас все-таки 2. Ну, как видите, уже более-менее светло. 3 часа дорога еще у нас просветится. И станет тем самым еще, ребят, намного-намного светлее, чем сейчас. Чем вы видите на данный момент. Ну, сегодня у нас вроде бы никто не врезался, да? Так, спокойненько едем. Ну, сейчас в обратном направлении поедем. Если там никто не врежется, то относительно сегодня мы с вами спокойно доехали. В оба направления. Как видите. Хотя нет, еще, в принципе, рано про это еще рассказывать, потому что мы еще не приехали. Рейс полностью не завершили.
И тем более не получили денежки. Так, а сколько нам заплатят? Сейчас посмотрим. Я уже не помню, блин. Или 13 тысяч там было написано, платят от 13 или... Ну, сейчас увидим. Потому что, блин, тут на каждом самосвале по-разному платят. Опа, а почему здесь, по-моему, вот эти ограждения были дальше? Смотрите, их сдвинули. Блин, либо мне кажется, либо, ну, ограждения, по-моему, шли аж туда, до конца. У нас была такая маленькая дырочка, чтобы проехали вот как здесь. Блин, изменили, наверное, ограждение, интересно. Ну, технику точно изменили, как видите. Но ограждение, скорее всего, блин, скорее всего, тоже. 18, ничего, я думал, что-то около 14 заплатят. А заплатили всего лишь 18. Так, давай на скрин. О, бля. Все. Погнали вообще проедемся по мосту, когда-то мы с вами ездили. Посмотрим хоть, что мы вообще тут строим. Может, мы возим, а прорабы ни хрена не делают. Ну, техника, да, изменилась. Это и есть такое дело. Давай на второй. На второй затащил. Я думал, сейчас придется на первую переключаться. Ну нет, на второй затащил, молодец. О, фары выключились. Это сколько у нас времени? 3 часа. Можем осмотреться. В реальности тут тоже такой мост интересный находится. Так, и погнали дальше. По идее, дальше у нас будет дорога в Мараши. Мараши, которые должны быть в 1.37. Но пока этого нет. То есть Мараши нет и 1.37 нема. Там кирпичи у нас должны быть Мараши. Ну да. Ладно, все, погнали отсюда. Обратно на базу, не будем здесь кататься. В принципе, все. Москогазы. Кто-то там ехал. Ну все, ребят, значит, следуем таким же темпом, только уже в обратном направлении. Никого тут нема. Да, я знаю, сейчас как резко появится и будут. Как раз вот сейчас мы с вами приедем, будет утро. Утро, оно, в принципе, уже есть, 4 утра. Мед даже уже расцветет часов. Вот ваши ставки, сколько будет? Напишите в комментариях. 3 часа сейчас. Вот ваши ставки, сколько будет времени, когда мы приедем в Серпо. Вот посчитайте вот просто. Или на паузу поставьте видео ради интереса, напишите в комментариях. Почему бы и нет? Ну, просто ради интереса. А там сейчас приедем и посмотрим. Проседания, конечно, присутствуют. А, ну вот видно, когда трафик появляется, вернее, ну, игроки навстречу к тебе едут. Да, проседания, в принципе, они видны. Как обычно. Куда ж без этого? Без наших любимых проседаний. Ну, вот вроде бы светлее, там я как-то все равно экран черный. Хотя вот буквально возле Москвы съехали, все нормально было. Сейчас опять экран черный стал. Че за фигня? Может, у меня что-то с яркостью не так. Я не буду шторку опускать, смотреть. Помешаю картинке, да, и дам лишний повод лагам. Не нужно нам это. Нам это не нужно. Так, это Озерцо вроде бы, да, сейчас будет. Ну да, вроде бы Озерцово. Потому что видоватого еще ехать и ехать. Так, денежек у меня, как видите, столько. Ну, кстати, хватит нам, чтобы не ехать, а телепортнуться в гараж за 3000. Ну ладно, давайте все-таки уже доедем, раз мы уже тронулись, да? Чтобы уже доехать, значит, мы доедем. Салам. Салам, застрял. Чего сегодня все застряют, мне интересно. Там застрял, тут застрял, вначале у нас. Светомузыку, блин, устроил. Туда-сюда, туда-сюда, там застрял, там застрял, там застрял, там застрял. Ну, как-то непонятно. Привет всем. О, вот теперь прямо реально вот как днем сейчас едешь. И фары не видны, и у меня наконец-то все видно. Четко, вот конкретно, как мы едем. Вот нормально прям. Вот это, конечно, классно. Так, о, кто-то там все навозит. Навстречу никого вроде бы нет. Все находятся именно там, где мы только что были.
Ну, видимо, приехали откуда-то, может, с Адрина, может, с Лаптаров. Потому что с Лаптаров кто-то там гнал к нам навстречу, ну, по карте, в принципе. Все по той же карте можно было глянуть. Кто там к нам гнал? Коллизию включи. Ну да, если у него коллизия, в принципе, не включена, то его же никто не вытолкнет, не затолкает и не врежется в него. Это дело такое. С этой коллизией, конечно, нужно работать. Так, 5 утра у нас, ребята. И набор запчастей у меня на нуле. И мы, кстати, подближаемся, хотел сказать, приближаемся к Видоватого. И давайте мы, наверное, сейчас с вами купим. Вот у нас магазин запчастей. Ой, как раз, как хорошо, ребята, как хорошо. Сейчас мы все-таки возьмем с вами автозапчасти. Замечательно. Правда, они стоят дороже, чем телепортнуться в гараж. И мы все равно там 4000. 3 раза потратим, но... Ну, таковы вот. Таковы дела. Чего ж тут сделаешь? Утра, кстати, и мы еще не в Серпове, поэтому пишите, если кто еще не написал, в какое время мы будем в Серпове. Но потом кто угадает, тому будет очень приятно, что он угадал. Работник, тебе норм? Работник написал, тебе норм. А саму коллеге такой, тебе норм? Лежит там под колесом где-то возле КамАЗа, такой, тебе норм? Такой, нормально. Вы поняли. Скорее всего, это все именно так. Ну, по крайней мере, как я говорил, утром мы уже будем здесь, уже будем по светлу. И все так у нас, ребята, и произошло. Во! Почему бы и нет? Что-то у меня опять масс по-другому загудело. Я не пойму, что с двигателем. Или вот такое ощущение, вот как с Зиловым было, тоже по-другому заходил, как бы такое ощущение, как будто к тебе кто-то подъезжает или вот подстраивается, не знаю. Или мне так кажется. О, ну как-то он загудел, фура стоит. Но это вроде бы не застрял, он просто стоит. Он, в принципе, может сейчас с разгона вытянуть и все, и поехать дальше. Я бы не сказал, чтобы он как-то там застрял. Сорян, не знаю толком, как помочь. Да толкни ты просто, если коллизия, конечно, имеется, и все. Если нет, тогда уже пускай сам вылазит. Или в гараж тпхается. Конечно, если денег мало, конечно, эти 3000 тратить для игры, это большие деньги. Особенно, если, ну, если у тебя там миллиона нет. Да и, в принципе, не важно, сколько тебе, хоть миллион, хоть два, хоть три. Для тебя эти 3000 важны, ты их, в принципе, ни при какой сумме не потратишь. Поэтому вот так вот. Ну, если не важны, ты можешь вот, ну, как я, там, запчасти, да, на 4000 купить, телепортнуться, там, еще на 3000. И минуснуть это своего заработка. Ну, вот сколько? 18 мы заработали, да, на мазе. Ну, гараж сейчас едем и не телепортируемся, причем. Получается. Вот 4000 потратили. И плюс что-то, ой, блин, это считать надо. Так. Сколько это у нас? 8 получается, и еще 4. 12 тысяч потратили, правильно? 11 тысяч, короче, 11 тысяч потратили. Блин, ну это серьезная сумма такая. В гараж бы мы столько не потратили. Ну, на запчасти это дело нужное. Ух, смотрите, как его выворачивают. Ему там на помощь приехали, нет? Надеюсь, приехали. Но мы там ничего не сделаем. Тут нужно что-то посерьезнее брать. КамАЗ, как минимум. С прицепом. Хотя, наоборот, прицеп будет мешать. Но мне кажется, мы мазом, ребят, мы ничего не можем сделать, поэтому погнали. Тут свернем. Как раз дорога для самосвала будет. Чего бы нет. В принципе, теоретически, можем еще загрузиться, да? И, например, поехать
Парандай. Но мы, в принципе, деньги не фармим, поэтому зачем? На мазе попросили, вот на мазе покатались. Едем дальше. Едем дальше, это значит едем на базу. Все, проезжаем эту метку. Она нам не нужна. Ну, по крайней мере, на сегодня больше она нам не понадобится. Никак машина не едет. Значит, сломалась, если не едет. Если машина не едет, значит, она что, правильно? Логически, она сломалась. Ну, если ты ее там не завел, или бензина у тебя нема внутри, то как бы, конечно. Она тоже не поедет. Ну, логично будет. Что-то все прям сегодня у нас на вышках гоняют. Можем, в принципе, если хотите, еще и на вышке еще раз прокатиться. В принципе, можете написать в комментариях. Так, давайте мы здесь встанем, в гараж не будем заезжать. Почему, не знаю, но я почему-то хочу встать именно здесь. Так, все, давайте все выключим, заглушим. Фары. Ну и, собственно, будем на этом, ребят, завершать наш видеоролик. Вот такой мазик получился. Интересный, в принципе, на нем катались, может. Кто просил, вот он, пожалуйста. Прошу любить и жаловать, и обязательно ставьте за него лайк. Большое спасибо, кто досмотрел до конца. Так, давайте я на видео так поставлю. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Меня зовут Данил, всем добра, всем мира, до новых встреч, до новых видео, ну и всем пока. Пока, ребят.